2-1. С таким счетом футбольная команда «Динамо» победила в решающем матче чемпионата Чувашии и стала чемпионом сезона 2013 года. В финале они обыграли команду «Химик» из Вурнар. Практически весь первый тайм шел мокрый снег, но несмотря на нелегкие погодные условия, обе команды показали достойную игру. Первый тайм завершился со счетом 1-0. Его открыл динамовец Максим Иванов. Вурнарцы отыгрались во втором тайме. Мяч в ворота полицейских загнал Дмитрий Шалин. Спортивный дух, желание победить, борьба за мяч. Исход игры решился на последней минуте. За 20 секунд до финального свистка динамовец Виктор Богоратов, военнослужащий войсковой части 3997, блестящим ударом забил последний мяч в ворота противника. Динамовцы, я думаю, что чемпионство завоевано в такой борьбе. Запомнится надолго. Поздравляю вас! Вручается кубок чемпионов Чувашии! Команда «Динамо»!